поздравляет с ним души. Этот момент Александра Амусина запомнит навсегда. Именно сегодняшний день можно назвать наступлением ее взрослой жизни. Ключи от собственной квартиры и первая техника для быта. А еще совместная фотография с главой района Валерием Венцелем. На память. Я тебя еще раз от всей души поздравляю. Тебе успехов, всего самого хорошего, самого доброго. Еще один обладатель однокомнатной квартиры – Анатолий Бычков. Юноша уже достаточно твердо стоит на ногах, и собственная жилплощадь – это то необходимое, чего не хватало для построения новых планов. Это работает? Да. Нет? Ну, работает. Это где, что за магазин? Интернет-магазин? Все нормально? Да. Администрация Ленинского района к вопросу предоставления квартир относится с большой ответственностью. В первую очередь это важно для детей. По задаче губернатора мы обеспечиваем детей-сирот квартирами как по исполнению им 18 лет. Соответственно, в этом году нам необходимо было обеспечить 11 детей. После подписания определенных документов наши герои первым делом отправились смотреть новое жилье. Вот здесь, на улице Радужной, их жизнь должна обрести яркие краски. Не сразу удалось Александре открыть ключом дверь своей квартиры, за которой скрывается ее будущая самостоятельная жизнь. 14 этаж. Из окон прекрасный вид города. Можно мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Здесь будет стоять стол, плита, еще один стол. Все принадлежности для еды. Студентка колледжа Московия Саша в будущем станет заниматься технологией пищевого производства. Поэтому кухня займет в ее квартире важное место. Я люблю борщ готовить. У меня хорошо получаются блины, салаты. Вот. Хочу научиться попробовать готовить цезарь и добавлять свои ингредиенты. У Анатолия, как у мужчины, первый осмотр квартиры, качество ремонта, состояние радиаторов, счетчик. А в голове, конечно, планы на будущее. Большой скачок в будущее. Там, о семье буду думать. А впереди приятные заботы об устройстве на новом месте. Ребята уверены, они сумеют сделать свое жилье красивым и уютным. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.